Брат, я знаю, ты сможешь. Слева. Что? Я убил? Что ты дал? Да! Чека-чека, еще больше профессионально жестко. Машина, машина. Да! Ха, ты жесткий. Влетаем! На! Оп-оп, одного. Да! Брат, да! Хорош, одного. Давай-давай-давай, режь его, режь, режь! Здорово! Пачка, успеешь? Не знаю, бро. Он диффуза не купил, надеюсь? Он не успеет, он не успеет, он не успеет. Здорово всем, ребята! Кента ПК на проводе, и я не один, со мной. Я, привет, 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 привет. Здорово. Короче, братва, у нас будет дуэлечка в обмене скинами. 2-2! Кента ПК и я, Боба, против Холдика и Арт. Братва, мы говорим сразу. Это будет битва добра и зла. Бравл-старстеров и стендоферов. Прямо сегодня победители будут только одни. Конечно да. же мы. Это мы. Я побежал. Ты че так долго бежишь? Нас сейчас догонят. А, да. Так, Абоин, брат, попроси, чтобы пацаны поставили лайки. Лайки, лайки, пацаны. И мы... И подписочки. Ребята, пожалуйста, прожмите лайк. И мы затащим 10-0 за такое, да? Ну, конечно, брат, изи! Чисто. Мы сейчас, если нам 40 дадут, им будут габелла. Так, все, пацаны, давайте. Созваниваемся в отдельном войсе. Давай, let's go. Давай, let's go. Олем был, брат! А, Боба, ты готов, брат? Люсик, Люсик. Брат, ты сказал Люсик? Брат, или мне послышалось? Осуждаю. Алло. Алло, ну что, выиграем этих нудов? Так, ну что, да это будет легко, я сейчас. Давай, я пока постою АФК. Они идут? Давай, брат. Че, самому оформи? О, я уже готов, брат. Тихо, чекаем Тёмку. Брат, а кто будет спину прикрывать? Влетаем с двух ног. Там тип... Брат, пленти! А, стоп, мы за кита играем. О, найс. Блин, ну это Бовин. Зига. Тут. Да! Братанчики, я поцелую! Давай пранки над ними делать, как мы с тобой, ой, как мы с Риком с вами над кентом делали. Ой, с вами над тиктаком делали, когда хаешки кидали, помнишь? О, давай. Зачем ты ему глок фроза наставил? Вообще-то ему глок релик оставлял, куда он его взял? Я не знаю, бро. Давай смотри, что мы... Давай еще им пистолеты скинем. Так, ну да, у меня... так, а какой у меня сейчас пистолет? Не, я, бро, МАК-10. Я глока скину. Пускай развлекается. Так, окей. Так, бери броник, бери хаешку, молик. Так, я им юмпик даю. Так, я им, брат, М40 там, давай посмотрим, как они играют с М40, интересно. Давай, когда они будут бежать, вот так просто хаешку пойди. Давай, вначале молик. На! Гори! Брат, все нормально. У меня 6 хп, бро. Пранканули жестко. Наказали дубов. Опа, они нам фигню скинули, слышь, пистолеты на месте. Какие еще пистолеты, не понял? А, ну, за это пранк мы сделали, кстати, мы при фаерам знали. Брат, у меня уже свой пистолет был, оказывается, прикинь. Слушай, я значит, затимился с ними, а они вот так вот. Ну, короче, я такой не прощаю. Чё они? Брат, М40 монстр, но это не статрекова, значит, это точно кента. Смотри, какой они мне скин оставили. А ну, а ты мой посмотри. Всё, давай, до свидания. Ого! Ого, это о, это Обовинская! Это Обовинская! Опа, там М40 кто-то или мне показалось? Да! По мне попали, брат, жестко! Брат, на меня не рассчитывай! Братан, на тебя вся надежда. Опа, я налечил, добивай. Давай, присаживайся, на меня запрыгивай. Ой, чекай спину. Спина. Ждем. Где они? Я обхожу в спину. Я проверю спинку. Все чисто, слышишь, ты обманул. А нет, брат, это... А нет, не обманул. Панали, родной, панали! Ой-ой, там кто-то лагает жестко. Ой. А, Боба, брат! Я тебя люблю, ну ты машина, брат. Так они меня хаешечкой накоцали, ты понимаешь? У меня блин, там мне с М40 против них вообще было сложно. Окей, я ему М40 оставлю, слышишь? Пускай, во-первых, посмотрит, какая М40 должна быть. Давай, две М40. Давай, брат. А что за хаешки были вначале? Мне это не понравилось. А я тоже так хочу. Смотри, надо накоцать их немножко. Что это такое? Все, я понял. В следующий раз так же делаем. Понял? В следующий раз будем идти в Тёмку, две хаешки им туда, понял? Это троллинг какой-то. Что, опять М40? Хорошо, поехали. Просто прыгай, либо бегай. Там за стеночкой нас немного. О, найс! Нифига ты вычислил, там второй М40, изи. Где? Твоя. С моей М40? Ой, с моей, походу, слышишь? А! Я с прицела, брат! А, перезарядка! Отстань! Прячься быстрее! Бро, ну давай! Папа, последний патрон, чекай! Лучше бы нанскопом, бро. Тихо. На ножа его. Найс! Хорош!
О май гад, о май гад, о май гад, о май гад, что за кондиция? Опа, что это за эмочка? Да-да-да-да-да, вот ее нужно забрать. Братик, ну что-то мы пока же даем заднюю. Давай соберемся на мужика, просто возьмем наши шары в кулаки, выиграем. Брат, бравл-квасеры, нас вырастили бравл-квасеры. Вы посмотрите, что тебе пишет. Дай голды. А я ему написал, если нужна голдишка, залетай на булдроп. Тем более, что на булдропе вышло недавно крутое обновление, в котором добавили нереальную крутую коллекцию кассиков, с которых падает топовый дроп. Вы посмотрите, братан, как я купился. И это не все. Также, помимо всего этого, добавили обменник Мерлина, в котором ты можешь получать бонусы, и эти бонусы ты меняешь на, опять-таки, халявные скины. Прикинь, как это круто. И это не все. Также, помимо всего этого, у меня для вас есть подарочек. Прямо сейчас на экране, посмотри. Вводишь этот код и получаешь подарок. Потом, братишка, не теряй время. Если нужна голдишечка, залетай на булдропчик. Потому что булдроп — это топовый дроп. Все нужны ссылочки в закрепе, а мы идем дальше. Давай им авик ТХ дадим. Давай. Бро, слушай, а пускай поиграют с этим, с пулеметом. Ну давай, один пулемет, а второй калаш будет вот такой. Вот они сейчас офигеют. Не надо было давать калаш. Хаешки. На самом деле, мужики. Брат, я горю. Вот так вот. Бро, я кинул молик по ним еще. Туда, на плент, туда, на скины надо было закинуть. Простреливай, А, нет, стой. А, там кто-то в тёмке! Маслину получил. Корова прострелил, жди, он прострел. Ой, он тут. Брат, прострели тёмку, он в тёмке, минус 40. Давай, братух, добей. Давай, стреляй. Он сейчас будет справа. Префай. Не, слева. Ай, блин, я знал, что он будет, походу, в тёмке. Он спустился втихаря. Брат, только ему так спину мочить нас, правильно? Плюсик. Найс! Домой! Фу. Верни мой калашик, братик, Даник. О, отлично. Имба. Так, ну у нас экономика, поэтому, в принципе, фабм кидаем им. Слушай, я продал фабм, спас. Вот пусть на выбор, пусть пацаны покажут, как они раз с дробашами. Погнали! Слушай, ну, по-любому хотят с М110 поиграть. Так, и оставлю ему береты. Так считаешь, да? И береты вот так вот оставим. А шо я? А я спаса оставлю. Окей, оставлю спаса. Так, надо гранату и молик купить, все. Слушай, ну пока что мы идем нормально, правильно? Нога в ногу, так сказать. Да они уже надоели! Я говорю... Аккуратнее, брат. Опа, вот это я возьму. Буду ноускопами затаскивать. О, брат, я нашел калаш, смотри. Калаш нашел. Это вроде этот, уже нельзя, они его... В смысле, он лежал на базе? Они в утилизацию его кинули. В мусорку, типа? Не, брат, этот калаш можно брать, он лежал. Правильно, пацаны, в комментариях напишите, можно брать его или нет? Опа, они уже запланетили, неплохо. Они поняли, что можно планить. Ой, хорошо поймал. Брат, ну чисто на опыте, чисто на опыте. Ай, лови его на префион со спасом. Просто зажимай жестоко. Ай, ну блин, ну без варианта, без варианта. Брат, ну за спасом играй только нубы, правильно? Давай. Есть! Так куда, кому вы спас оставили, алло? Вы понимаете, что вы дробохолдику оставили спас? Это нереально. Так. О, братик! Блин, я купил М40 случайно. О, не, мне хватает на фенфал. Я фенфал хочу им оставить свой. Вот такой. А я по 90 им оставлю, бро, по 90. Слушай, зачем им оставили спас? Давай им оставлять М40. Пусть М40 играют. Мы, кстати, не видели, как они вдвоем с М40 будут. Давай просто затестим. Давай. Надеюсь, они тоже с М40 будут нам скинут, а то будет как-то неинтересно их разматывать. Слушай, ну как-то М40 вот как будто поменялась механику стрельбы. Вот я с ним давненько не играл. Ну да, там на бегу, короче, сделали. Теперь можно вместо прыжка на бегу стрелять. А, серьезно? А в прыжке типа вообще фул рандом теперь? 50 на 50 как будто есть. Какие же у них другие скины, я в шоке. 4 наклейки Metal Red. Опа, затащил почти. Брат, меня пушат, что делать? Нет, брат, мне страшно. Лучший! Вылетаем, братуха, в два ствола! Я забираю его М40 и тащу. Вот и помер дед Максим. Ну, блин, я по одному попал, бро. Ладно, НТ. Короче, сейчас хорошо, надо камбэчить, я знаю, что им оставлю. А, бро, я думаю, им сильно хочется поиграть с МП5. Прям очень сильно хочется. И маг 10 будет, я думаю, ну вообще. Я думаю, это прям вообще идеально, да. Ну если не понравится, можно так Найна взять. Вот, если что, пацаны, поехали. Ну, это так уже на скидочку, да. Да, это чисто, чтобы не расслаблялись. А давай им еще раз М40, пусть тренируется. Они нам сейчас тоже оставят, кстати, я уверен. Они психанули после того, как мы им М40 оставили. Мы им кабины развалили, брат. И пусть сгорят еще. Вот тут бросим на проход. Они будут идти через этот проход по-любому, смотри. А я не взял, ладно. Погнали. И хаешку. Сейчас по-любому по кому-то попаду. Хорошо. А, 76! Опа, попал жестко.
Мы чисто по брейну пошли их. А! Опа, что за фигня тут валяется? Брат, МП7 взял, нормально, сейчас развалим на бол. Да ну не, они рофлят! Это что за рофл? Мэээээ, ну окей, а потому что по-другому не умеют выигрывать. Я понял. Бро, я дал хороший хит по челику. Все, я тут стою в закрытой. Не знаю по кому, но дал. Так, я в закрытой сижу. О! Смак 10-й так далеко? Это что-то было нереально. На! Да. Забери у них оружие. А где он? Опа. Все, убивай. Он с М40, он забрал М40. Боже. Блин, как он попал с нее. Давай, брат, покажи, что ты способен с М40. О, машина! Брат, красава, красавчик. Не, ну реально, обоим, брат, уважение. Давай мы вапа оставим, у нас сейчас бабки есть. Давай. Посмотрим, как они будут с вапами играть. Я не знаю, что им оставлю. Окей, я им оставлю калаш свой. Они такой калаш еще не держали. Да, давай. А я им оставлю, знаешь что, береты. Да, я думаю идеально. Я думаю, они сыграют хорошо. Я тоже так считаю, братик. Нет, флешка. Да ну что они делают? Ну, я забыл за раскиды, надо в следующий раз раскиды взять. Я хаешечку взял, я готов сейчас их вынести. Давай, брат, зажимай. Давай. Птичка в клетке! Брат, не против, если я их двоих один раз валю? Давай, давай, попробуй. Нет! Холдик в тёмке с авапой! За стенкой. А чё по пингам, братва? Почему за стенкой? Вот это холдик жесткий. Слушай, я даже не ожидал, что он умеет играть с авапой. Эй, домой! Чё, куда рыпаемся? Давайте там, аккуратненько. Брат, я брал опять М40 под накатанной. Может, М110 им дать попробовать, свои силы. М40 и М110 пусть будут выбирать. Бросай флешечку, я хаешку бросаю, им прям кабину ломаю. О, ёпт, я 20 хп. Слушай, может, ненароком так, ножичком так чик? А вот это я думал об этом, слышишь? Они обходят, они боятся. А что тут оставили? Что это? Да вы рофлите, боже, как они боятся. Что они оставляют, брат? Это вообще-то неуважение просто к Brawl Stars'у. Так, и что же мне ставили? Не понял. Обовин! Чавик нашел, слышишь? Ой, прострел! Я прострел дал! Так, это не прострел, это хаешка в него попала. 90 хп снес Обовину, он 10 хп. Ну, у меня 20 хп просто было, блин, ну пипец. Ладно, берем хаешки. Я ему. Вот, смотри, оставляем 2 дигла, бро. 2 дигла оставляем. А, смена команд. Блин. Я им оставлю, ты где? Пусть пацаны поверят в себя. Ой, давай им хаешки и глоки оставим просто. А так заберем себе. У меня есть идея, давай просто им хаешку просто в них кинем. Как идея? Ладно, я тогда так оставляю. Надеюсь, они будут в темке. А, я, где моя хаешка? Я за хаешку. Она у меня в инвентаре пропала. А хаешка летит. Ну блин, на ку. Ну шо? Ты накоцан, не, бро? Не, им хана. Слышишь, я ни разу бронь не покупал за всю игру, прикол? Хорош. А ты покупал? Да, конечно. Я забыл, что это ММ-ка, я привык в закладке бомбы играть. Вау, какой красивый. Боже, я бомбу ни разу не... А, не один раз плентил. Точно так же. Бро, я сейчас даю флешку и погнали. Ой, они флешку бросили. Отвлекай их, отвлекай их, а то они меня будут чекать. Быстрее отвлекай. Не бойся, я тут. Отвлекай, стреляй. Все под контролем, брат, не переживай, все под контролем. Бля, они сейчас меня найдут. Отвлекай их полностью. Брат, сейчас сломай кабины! Все, нормально, нормально. Минус 30 двоих накоцал. Давай, давай! Да! Как это было близко! Тебе надо было не выбегать на них, а просто прятаться, чтобы они на тебя забайтили. Ну ты говоришь, стреляй, стреляй, я не думаю, ну ладно, буду. Кого вы? Бля, как запленители. А-то дают, пацаны, что они творят? Ты задефьюзил? Алло. Алло, задефьюзил? Да. Капец, они баганую бомбу ставят, они очень переживают. Они волнуются, ну естественно волнуются, брат, ну, а как по-другому? Не волнуйтесь, против... ребят, все будет нормально. Ну я бы не обещал бы так им. Давай я так же буду просто бегать плентить с ножом, а ты будешь этот сапрот бегать и не прощать их. Брат, ну давай. О, давай. Давай М40, да. Пацаны вроде М40 хорошо играют. Да гля, не боятся, боже, боятся, гля, что оставили нам. Блин, они уже заплентили, мы не плентили, алло. Да, переживают, и не пикнутся ж ни разу, и не пикнутся ни разу. Ля, ну блин, ну пипец. Бро, сейчас я с этого. И пачку, они не будут пикаться. Смотри, что творят. Бро, иди, а я стрельну. Ну ладно, гля сидят. Слушай, надо раскиды покупать. Надо раскиды покупать и выкуривать их. Они уже проходят быстрее. На, лежать! Минус 2!
Братанчик, мы машины с тобой. Я горжусь моим другом Абобой. Так, ладно, дадим им шанс, будем бегать за дропом, чтобы поинт не так быстро ставился. Давай еще флешки бросим, чтобы они еще больше бежали. Давай. Хорошо, я думаю, самое время, слушай, оставить им дигла. По-моему, это крутой пистолет. Я тоже считаю, что... Так. Я куплю снарягу и куплю хаешечку, слышишь? Я тоже считаю, что USB не помешает. Не помешает вообще, я думаю, самый раз будет. Не, брат, помешает. Знаешь, что им не помешает? М40. Точно. С М40 вообще будет имба. Я хаешечку кинул, я их точно подорвал, бро. Уворачивайся. Ай-яй-яй, больно. А где? Трэш, у меня 3 хп! И мне дроп срочно этот USB. О, держи, брат. А, иди, go, nice. Опа, это авапа. Нет, это АПЛ, у меня 3 хп, ну прикинь. Ой-ой-ой, опасно. Брат, давай, я, короче, в тёмке, ты поинту. Кто первый сливается, тот галимый бот. Согласен? Плюсик. Попал! Минус 68. Нормально. Брат, я знаю, ты сможешь. Слева. Что ты дал? Да! И слева. Одна тычка слева. Чекай, сейчас будешь профессионально жестко. Брат, давай. Ой, ладно, еще разок. Машина. Да! Ха, ты жесткий. Да боже, он прострелил, Абовин. Ну они как жуки играют, блин, оставляют все время. Хорошо. Оружие. А, блин, фабом это плохо, конечно. Так, мне нужна бронь. Все, бронь плюс дефьюз. А я СМ-ку оставлю им. Давай. Интересно, что же они нам там оставили-то, а? Как думаешь? Они нам дробаши оставили! У меня М40 версии 2, нормально. Тащим. Калаш, неужели? Неужели не боятся оставить калаш? А, и береты, и береты. Нормально. Я Бована накоцал, бро. Так, я в тёмке. Убил Бована. Заходи, давай, выходи. Нормально, блин, разменяли. Так, все, где пачка. Фух. Быстрее. Хорошо! Хорош. 7-6. Вот это что-то уже поинтереснее, потому что, ну такое. Давай, твой клатч легендарный. Откуда у тебя так мало хп? Ой-ой-ой, я еще замочил кого-то. Ну, слушай, ну я пытался. Пацаны, дадим небольшую фуру, правильно? Брал квастером. А так, из-за что мы их мочканю? Плюсик. Ой, ну ладно. Брат, я опять себе плюсиками. Слушай, я им ни разу КР не оставлял. А КР? И все гранаты. Ой, у меня денег нет, мне придется маг 10 оставить, жесть. Вот это добрый, какой щедрый Абовин. Маг 10 оставил пацана. Это единственное, на что хватило денег. Бро, я останусь на пленке и на ножа возьму. Да не надо, не, на ножа не надо. Да. Бро, сейчас. Я на пленту. Будет угар. И одного и другого бери на ножа. Домой! О, я думал, ты их на КТ-базе будешь брать на ножа. Зачем? Они тоже, кстати, флешки закупали нормально. О, что? Он тут был, на пленту. Чего? Ой, они просекли. Серьезно? Ничего не надо, минус 2 с ножа. Давай, теперь я тоже просек фишку, как надо. Брат, быстрее пленти и погнали. Я за дропом. Я главный по дропу, ты главный по пленту. Погнали. Ну, на ножа двоих. Что тут? О, калашик, бро, калашик. Такой угар. Уже заплентили, я еще добежать не успел. Что они оставили, фантом? Да, мы не успеваем добежать, они уже плентят. Ну вы хоть раз, пацаны, ну. Не, окей. Домой. Отлично. Ой. Лучший! Нет. Ай, на ножа меня Абовин взял, хорош. Ой, что-то не ушел. Бро. А что это за походка была Майкла Джексона или как она там? Ай, блин, я хотел забежать за зал. Ну ладно, дали молодым фору небольшую. Сейчас, ребята, будем реанимироваться и будем их побеждать. Слушай, а давай мы ничего не оставим в этом раунде? Чисто, так сказать, покажем, кто тут главный. Ой, давай пачку оставим. Да блин, мне кажется. А хотя... И дым, чтобы они искали, чтобы они еще не страдали. Блин. Не, давай пачку возьмем, чтобы они пошли к нам, и мы тоже с ножами будем вместо их дропа. А, давай. Да, подожди, они очень много нам М40 оставляли. М40 оставляем. Слушай, они, наверное, хотят, да, с М40. Слушай, не, я хочу эмочку показать им. А, блин, давай показывай. Ладно, не, ну одно будет такое слабое, одно нормальное. Бро, хочешь, останься ты на ножа возьми. Тихо, тут проверь повсюду, они могут сидеть нас ждать с ножами.
Не, нормально, нормально. Плейте. Блин, что они делают? В смоку искать теперь тут. Боже, надо им так же, слышишь? Ля, крысы! А где? А тут ничего нету. Все-таки, да, ты был прав. Два в ребрах друг напротив друга засядем. Смотри. Это вообще имба позиция. Туда иди, в тот угол. Что имба. Теперь, неважно, откуда они выйдут, мы их мочканем. О, аккуратно. Они идут. Догонял возле тебя. Главное, чтобы они не раздефюзили. А где они? Блин! Они тоже на ножах играют. Хорош. Одного. Давай, режь его, режь. Здорово. Пачка, успеешь? Не знаю, бро. Он никуда не купил здесь? Он не успеет. Боже, 8-8. Да, 8-8. Все, брат, а вот теперь начинается серьезная игра. Почему они свои пистолеты не выкинули? Ну, это не нарушает правила, он так не делается. Домой. Ты гонишь. Брат, давай быстрее плейте и дым кинем. Что за фигня, как они так быстро? Откуда, стой, откуда у них фуэ? Откуда у них эмка? Ты им эмку оставил? Дядь, я им ничего не оставлял, не буду и не спрашивали, что ставить. А, нифига, нормально так. Ну все, иди сюда. Дядя породил, я тебя замочу. Сюда, холдик. Ой. Блин, минус 13. Оу, май гад, куда летим, братик? Хорош. Дядь, 9-8. Слушай, а давай заигналось, им ничего не оставим. Как ты? Вот чисто так они, проучили. Они вообще, им пофиг, что мы им ничего не оставляем. Там братанчик с эмкой гоняет, когда я ему МП5 оставлял. Что за фигня? Все, дядь, я говорю, давай заигналось. Мы его так сделаем, что пусть ищет. А тут ничего не будет. Так, ну что, я эсочку оставлю пацанам. И я эску оставил, бро. И я эску оставил. Это что-то на читерном. Да, вот я им сейчас по максам оставлю. Смотри, вообще все по максимуму. Какая-то подстава сейчас будет. Прикинь, они сейчас нас на базе просто вынесут. Прилетит. Мне кажется, какая-то подстава сейчас будет, не? Я обхожу чуть ли не через А. Что боже, так? Они ничего не оставили. Боже, боже, как, они, им... как они испугались. Уже заплентили. Боже. Опа, нашел тут. А, вот это та эмка, которую он меня убил в прошлой карте. Брат, возьми мне дроп. Я дроп забыл взять. Забей. Я затащу. Главное, прячься. Брат, быстрее, бегу. Эмка, имба. Чекай Тёмку, чтоб не вышел. С Тёмки. Я хаешечку бросаю туда. Найс. Тут, в Тёмке. Вышел плент. Да, замочил! Nice. Прострелом! Я его даже не видел, прикинь! Имба, 9-9! Это бот! Откуда? Ладно, боже, он Тёмки. Ну что? Слышишь, 9-9, собрались? Давай, брат, теперь по полной. Сразу броник, жилет, набор сапёра, гранаты, а дальше оставляем им что-то. Что оставим? Давай, я могу АК-12 составить, чтобы честно было. Брат, давай, чтобы все было по-честному, как настоящие пацаны. Вот, хотя обычно я так не делаю, но я реально хочу, чтобы хороший дроп. Вот чтобы никто и слова не сказал, что мы плохой дроп оставили. Давай. Ну, я уверен, нам сейчас плохой оставят, как мы им в прошлом раунде. Я не если нормальные типы. Я попал в одного. Тише, сейчас может кого-то подорву. Блин, бро, у меня 42 хп. У меня 23 хп. Я зафлешен. Еще нам оставили. Более-менее. А что, один UMP и все? А, нас уже пушат. Я дым бросил, можешь плейнкить. А, у тебя ФАМАС был? Я думал, только UMP скинули. Лучший. Брат, играем по брейну, это ластовый раунд, сейчас все решится. Окей, НТшка. Я думаю, что Кент стоит в ребрах, поэтому я закидываю ему хаешечку. Даю флешку, сайт. Давай. Бро. Аккуратненько. Инфа есть? Все чисто, пока без инфы. Спина есть. Оп, одного. Да! Братан! Я не знаю, я как будто чувствовал, что они идут через Тёмку. Да, мэнчик! Вот так! Блин, вообще без шансов. Да ну забей просто. А-а-а! Ну что они делают? Ну ладно, мы возьмем реванш. 10-9. Ладно, слушай, возьмем. мы достойно сыграли, посмотри. Однозначно, да, нормально. Братик, однозначно. Монтажер, мой стату заблюрь. Брат, ну я тебя люблю. Ну чисто на опыте пришли, показали, кто тут батя. Ребята, ну что вы скажете, ваше оправдание? Ничего. Брат, мы играли на миллион голды. Блин.
Блин! Знали. Вот оно как, блин. Если бы сразу так сказали, тогда что-то попало. Получается, что? Не повезло. Я бы тогда ногами не играл бы. Не, ну если серьезно, пацаны, спасибо большое, то, что согласились сыграть в этой мега-дуэльке с обидными скинами. Она вышла очень крутая. Я думаю, подписчики обязательно оценят, прожмут лайк, подпишутся на мой канал, на канал ребят, комментарии там напишут, все дела. Обязательно, обязательно. И возьмем реванш, да? Это да. Ребят, набираем один лайк и берем реванш. Ну как, холдик берет реванш. Сам с собой. Все, давайте, почти всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.